Теплые слова благодарности и почетные грамоты принимают работники торговли в преддверии своего профессионального праздника. Руководители и предприниматели, продавцы и товароведы. От слаженной работы каждого зависит то, каким будет наш поход за покупками. От тех, кто ежедневно предоставляет нам услуги и помогает с выбором товара. Наш следующий сюжет. Вежливость, доброжелательность и ответственность – вот главные качества, которые необходимы каждому работнику торговли. Их труд непростой. Нужно всегда уметь найти подход к покупателю и хорошо владеть информацией о каждом товаре. В четвертую субботу июля все, кто работает в сфере торговли, отмечают свой профессиональный праздник. Очень хочется, чтобы вот то качество, с которым вы подходите к оказанию этой услуги, населением оценивалось и ценилось. Ирина Шевчук работает в сфере торговли с 16 лет. Магазин «Кристалл» устроил 6 лет назад и очень ценит свой рабочий коллектив. Говорит, что главное – это относиться к своему делу с душой. Сколько лет в торговле, не ожидала, что когда-то получу благодарность. Благодарное письмо, что меня, ну, как бы мои заслуги оценят. Очень приятно, спасибо большое. Наш заполярный город стремительно развивается, появляется все больше новых магазинов. Вместе с этим свой бизнес продолжают развивать и те, кто уже не один десяток лет обеспечивает горожан качественными товарами. Я начал предпринимательством 1990 года, даже 89-го, если правильно. В этих годах я в городе Лабинанге работаю предпринимателем до сих пор. Стабильности и процветания желали сегодня представители администрации всем сотрудникам. Лучшим вручали почетные грамоты. Благодарны покупатели вам, чтобы вы были всегда здоровы, всегда были с настроением, потому что торговля – это не процесс купли-продажи, это прежде всего общение. И от вашего настроения зависит настроение ваших покупателей. Я уже год работаю в торговле. Очень приятно, то, что нас оценили по достоинству, так как это совсем даже не легкий труд, как все думают. Мы постоянно должны быть вежливы с покупателями, показывать им ассортимент товара, который у нас есть в магазине, помогать им с вопросами какими-то. На сегодняшний день в городском округе свыше 400 предпринимателей ведут свою деятельность в сфере торговли. В условиях Крайнего Севера они успешно развивают свой бизнес, создавая рабочие места и обеспечивая население разнообразными товарами и услугами. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, Евгений Садыков. Программа «Время местное».